Intellivision, дурацкая какая-то консоль непонятная. Mattel Electronics presents B-17 Bomber. Как большинство не идеальных старых игр. Так, во-первых, не надо говорить, что большинство старых игр. Просто Тигер видел, видимо, херовые экземпляры. И вот большинство 16-битных игр меморайзинговые, да. Большинство 16-битных игр, к сожалению, меморайзинговые. Это да. Но на нормальных платформах нормальные игры не меморайзинговые. На SNES вообще практически все меморайзинговые. Ладно. Еще и уебищные. Еще и с бестендингом на хардости. Ладно, не об этом. Речь, короче, не телевизион. Эмулятор, который нормальный. Называется. О, как он называется? Ностальгия. Ой, ностальгия. 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 Замечательно, да? Итак, платформа, я не знаю, что она из себя представляет, но она какая-то херню из себя представляет. Эмулятор представляет из себя, походу, какую-то обертку над мясом, если честно. Так, что я выписал, значит? Television. Что я выписал потестить? Игра под названием Thin Ice. Тонкий лед. Да. Сейчас запущу, дам картинку. А, ну там были так, максимум чего сильнее, чем на Atari. Gear X2. Что ты несешь? Контра вообще первая, вторая контра. Первая вообще не мразинга. Там вообще ничего мразингового нет. Вообще ничего. Просто капельки. Gear X2. Супер контры. Небольшие элементы, но все равно херня. Какой Ninja Gaiden мразинговый? Ой, Ninja Gaiden меморайзинговый. Наверное, он хотел сказать, что... Ганнак, какой Ганнак меморайзинговый? Ты вообще не играл в него на том этапе, где он становится меморайзинговым. Он меморайзинговым становится только на последнем уровне эксперта, и все. Нормальный игрок проходит Ганнак, все странно, блядь, на нормале. Гандек... Ну, пару раз на уровне умрешь, там, два прыжка запомнить. Гандек вообще элементарщина, вот я ее, по-моему, именно так и прошел. Два прыжка запоминаешь на двух или трех уровнях, все, вообще никаких. Ну, ничего там разного нету, Гир, у тебя бадхерт от того, что твои 16-битные игры, любимые, занимаются тем, чем должны. Вот КХК, да, мемрайзинговая. Контра 3, да, мемрайзинговая. Thunder Force 4, да, мемрайзинговый. Ладно. Мы тут отвлеклись. Какой ватман мразник, ты чё? Там вообще ничего мразника нет. Что за говно? Почему так захотелось? Ватман мразник, который Return of the Joker. Вот Return of the Joker мразниковый. И то не везде. Это все очень легко проверяется. Сейчас скажу. Это все очень легко проверяется. Запускаешь игру спустя до хера времени, когда ты ничего не помнишь. Я скажу, когда картинку дам. Так, а еще эта срань отличается тем, что это хер пойми какого управления. Просто я это управление реально, я так и не нашел. Нормальное управление это. Select number. А там это, этот контроллер типа телефон. Да, что ли? Сейчас, секунду, перезапущу. Контроллер телефон, да. Хватит, игра. Контроллер телефон. Гирыч, чувак. При всем уважении, но ты, к сожалению, не игрок высокого уровня и вообще. Когда ты последний раз игру проходил хоть какую-то? Если тебе кажется мразником первый Бэтмен, то все те по-настоящему мразниковые 16-битные игры ты вообще выключишь на первом же уровне. Дело вот в чем. Так.
Я буду искать управление все то время, что я буду. Так. Типа какой-то корявый пазл, надо вот так вот закольцовывать идиотов. Просто серьезно. Надо играть в игры, чтобы видеть, чем мразь говорит, что нет. Достаточно сравнить контур 3 и контур 1. В контур 1 вообще ничего мразь говорит. Ладно. Короче, вот такая игра. Не знаю, вроде на игру похоже. Хотя бы что-то, какой-то геймплей есть. Замечательно. У меня выебал тюлень. Такой есть на аркадах. Ты уверен? Эй, тюлень, что ты делаешь? Чёртов тюлень, он издевается. Что мне с ним делать? Что мне делать с этим вонючим тюленем? Замечательно. Все, тюлень не хочет. Потрясающая игра. Михалыч, можешь загуглить, есть ли Finice Quix? Чего я не знаю опять? Я, пожалуй, загуглю. Извините. Я тут отходил. Я, пожалуй, загуглю, кое-что вышло. Ой, я, по-моему, пытался сказать насчет тут вообще, по-моему, все на уровне Atari было 2600. Может, чуть-чуть интереснее. Ну, как-то так. Чуть не конкурентом считался. Когда эти вообще две консоли вышли, мне интересно. Это не могло быть конкурентом Atari, потому что это полная херня. Так, ну и когда этот Quix вышел? Значит, вы говорите Quix? В 81 году. Что, серьезно? Как я ее пропустил? Сейчас посмотрим, что такое Quix. Ну, если Quix, так Quix, значит. Значит, финальный тут нахер. Нет, Atari 8 бит херня. Не, ну нормально, конечно. Смотря в каком смысле сравнивать, блин. С чем сравнивать? С нормальными техническими характеристиками или... С нормальными платформами сравнить, конечно, херня. Что вообще происходит? Не, ребят, Quix это что-то другое. Не, ребят, Quix это что-то немного отличающееся. Там надо что-то страшное делать. Непонятно что. Это, короче, не то же самое все-таки. Что-то общее есть, конечно. Запишу Quix на аркаде посмотреть. А, Quix, блин, я подумал. Это та самая, где надо змеюку в пространстве ограничивать. Ну, что-то подобное, ладно. Запущу это дерьмо еще раз. Она же Wolfit в Японии, что ли? Она же... Да, Zonix. Это аркада. Фишки возьмешь. Так, Players 1. Управление я, пиздец, я медным тыкаю. Походил. Sonix. А, я уже по заставке вижу, что это оно, да. Sonix.
Ладно, хер с ним, потом Соник посмотрю, насрать, если Соник окажется таким же и вышел раньше, то эта игра не будет закатирована, вот и все. Проблем там не вижу. Замечательно. По-моему, это самое геймплейное, что я нашел на этом. На этой идиотской платформе. Что я сейчас нажал? Я нажал какую-то кнопку. И оно зарисетилось. Да, я нажал. Блин, это пингвин. Соник 84, а это 83. А Квикска... Ну, Квикса, оригинальный... да, это другое. Там не такой геймплей. Там ты рисуешь линию, но там... Ну... Там... В другом ключе. X81, по-моему. Ну это чертов тюлень, ну что ты за мной бегаешь, ублюдок? Конченый. Ну вот так от него можно избавиться, понятно. Ладно, поиграем до Гамойра. Тюлень, конечно, вообще мерзейший. Сколько турней? Бесконечно уровней. И концовки, что? Идиотские платформы. Да исторические. Тюлень, он какой-то обнаглевший. Тюлень обнаглевший. Да, я видел это сообщение тоже. О том, как морские котики пингвинов изнасиловали. А я не видел, как ни странно. Может и хорошо, что я не видел. Получилось довольно быстро получить гамовер. Плевать. Короче, такая игра. Я не знаю, тут смотреть особо. Да, не хочу больше мне играть. Один уровень я прошел, все, больше мне не интересна эта игра. Так. Следующая игра. Это можно, в принципе, закотировать за неимением. Ничего больше. Так, следующая игра. Есть видюк тик-так. Прям мемчик. О, следующая игра. Happy Trails. Happy Trails. Причем мне нравится, что вот этот эмулятор, как... что вот этот эмулятор, он явно на месте основан. Какого хера не подписано, что это на месте основан вообще нигде? Я прям чувствую про, блядь, тому, как он работает и по всему, что в нем есть, что это... Так, нет. Давай ты еще раз. Даже если нажать тап, клавишу тап. Или не, какая не, там это, была. Это, конечно же, предусмотрительно выпилено, чтобы никто не подумал, что автор эмулятора бесполезный придурок, который ничего не делает. Ладно, Happy Trails. Enter game number. Хер знает, что от меня хотят. Advanced Standard Maze. Player One. Итак. Вот надо таким дауном пройти собрать. Ой, лабиринт. Лишь. Пройти собрать все говно. Оо.
охренел, чувак? Полупятнашки, полулабиринт. Охренеть. Да. Ну вот, короче, такая игра. Потрясающе. Надо мозг сейчас себе. Как современ... Да что ж, Сон, ты много ли ты в них играл? Современные инди-игры. Есть и, конечно, и такие. Они же и нормальные. Да, но в основном все знают ВВВ и Бесогон. Как я сейчас вздыхал тут, конечно. Ну, короче, вот такая вот. Нет еще какой-нибудь... А, нет, Мидбой уже не считается вроде. Ну, короче, вот такая игра. Ну, вроде что-то похоже на геймплей есть. Я подобную игру на Commodore закотировал. Ну, это примерно то же самое. Чуть-чуть микроскопические отличия. В общем, на этой жалкой платформе, я думаю, можно сойдет. Я вам не буду показывать весь остальной рамсет, но поверьте мне, он просто ничтожен. Блин, там тоже нельзя. Ну все, короче, типа game number один замечательный, high score. Ну как тебя заресетить? Как тебя заресетить, ты кусок дерьма? Все что угодно жмешь, ничего не работает. Нашел ресет. Game number 2. Берем game number 2. Я нажал game number 2, увидели. Все видели? Давайте еще раз это сделаем. Game number 5. А, понятно. Advanced Maze. Потрясающе. Ну, короче, такая игра. Мой мозг не заточен играть в пятнашки, уж извините. Да ладно. Я после Shadow of the Beast 3 вообще... Я их и так не особо любил. А после них тем более. Ну, короче, вот такая игра. Хотя они там были на самом деле не нужны. Тем не менее. А, да, еще Fort Boyard можно вспомнить. Ну, вот, в общем, такая игра. Концовки, конечно же, нет. Какая концовка? Так, следующая игра. Ну, я думаю, это можно котировать было. Думаю, ни у кого вопросов нет на этот счет. Так. Хотя для меня это тоже нормальной игрой не является. Следующая игра Mission X. Ну, понимаете, что это... Я бы такой не стал играть. Да понятно, дело, что не стал, но помести себя. Помести себя в 80-е годы. Начало 80-х годов. А, ну да. Так. Слишком большие пиксели. О-хо-хо. В которой я не понял, что от меня хотят. Я не могу убить эти корабли. Я могу вроде как повышать свою высоту. Что ты... Пожалуйста, подумай. Меня убивает первый же враг, потому что он стреляет очень быстро. Мои уши. Нет, про Commodore говорить глупо, потому что... Мне кажется, чтобы услышать звуки, владельцам Intellivision нужен был сабвуфер. Блять, я хочу кого-нибудь убить, почему никто не умирает? Ну вот почему. Понятно.
В общем-то, это вариация на тему Зевиуса. Надо посмотреть, когда аркадный Зевиус вышел. Ничего невозможно убить. Игра про Амиго. Какая? Амиго. Ну, короче, ладно, это мы увидели сейчас. Какой это год? Ух ты, 82-й. Неплохо. Когда вышел Зевиус? Промикс. А, это, господи. Я думал, какого. 12 СБ Dance X, ну, занятно на самом деле. Да пройти надо будет при случае. Зевиус тоже вышел в 82-м. Зевиус вышел в 82-м, ладно, если загуглить по геймфаку Mission X. Если посмотреть, сколько здесь, тоже 82-й. Интересно, ну ладно. Платформа днище, как говорится. Мне не жалко. Что за алкаши под окнами опять? Уже стелс не люблю. А там можно не всегда ее. Ну, может, он так сделан, что я закотировал. Знаете, тоже бывает. Настроение бывает. Выстрел на кнопке 7, мать его. Это какой-то примитивность до потопки стройлер, в котором, возможно, первым появилась стрельба по земле. Неизвестно, что вышло раньше, он или Зевиус. Ну что, геймплей есть, хули. Стой, стрельба по земле. Из того списка для Commodore, я помню, попадался какой-то. Тоже какой-то. Шутер, в кавычках. Вроде там. Список для Commodore. Где я не мог понять, я вообще где я вообще впиливался. Непонятно было, это здание, или я ниже летел, или мне не надо было там лететь. Вообще. А там, походу, земля была таки. Что-то я устал назвать перебором сетов сейчас. Закончу финальные тесты с Intellivision на Apple 2. Будет передых. Надо еще эти мелкие платформы второго поколения посмотреть. То есть Intellivision это по сути. Потрясающе. Что значит нет понятия список для Commodore? Модели распихивать. Чего там нету? Intellivision, короче, это по сути последний из второго поколения, на который хоть что-то, какое-то количество игр адекватно будет. Всех остальных мало. Значит, Vectrex посмотреть. Всякое дерьмо еще подобное. Ну, короче, понятное дело, что по современным меркам это уже устарело очень сильно. Устарело просто пиздец как. Не думаю, что вот в те годы было интересно играть, но защита, как говорится. Блять, когда вылетает вражеский самолет, это все, ты не можешь выжить. Зачатки геймплея тут есть, думаю, с этим никто не поспорит. Тут остается только посмотреть, почитать ситуацию на рынке именно тогда. Понятно, что оно, что Intellivision, как и ColecoVision, сдохло во время кризиса видеоигр. Думаю, с этим тоже спорить не стоит.
Activision вообще MSX. А, там Zilog стоит за 80. Это просто MSX. Просто MSX. Один в один. А-а-а. Не, ну можешь, конечно, просто. Не, там один в один вообще MSX, просто вот. Ну контроллер ёбищный только и все. Интересно. Короче, как вы видите, в принципе, играбельно. Давайте мы уже сдохнем скорее. Ну вот и все. Вот такая игра, ладно. Итого мы посмотрели аж целых 3 из 6 игр. 6 даже, смотрите, какой добрый к этой платформе. 6 игр выписан. А, так вот, я, блин, так устал, что сегодня этот список из 300 ромов еле-еле, блин, с 3-4 перерывами. Так, следующая игра. Star Strike. Mattel Electronics. Star Strike вышла раньше, чем... Так, теперь надо понять, какое тут управление. Чёртово. Знаете, когда у тебя контроллер чертов телефон. Понятно. Потрясающий контроллер. Управление адски неудобное. Вот смотрите, я сейчас 8, 6, 4, 2. Я летаю. 7 на нампаде. 7 я стреляю вверх. 3 я стреляю вниз. Ну что это за контроллер? В Atari хотя бы джойстик был нормальный, а этих какое-то дерьмо. Позвоните Кузе, блин. О. Там же, кстати, были, это, сужу по нёрдовскому видео, еще наклеечки. На этот контроллер, чтоб ты мог определить, что тебе жать. Так, ну это выглядит игрой, а просто только в том, вот... Там есть у меня вот справа число, что это? Что вот это за число? Число? Да, вот. Что будет, когда оно закончится? Надо выяснять. Не знаю. Так, а что-то оно... Прям четвертый эпизод Звездных войн. Тогда Star Strike. Напоминает. Но вышло раньше, чем аркадная версия. Может, они лицензию не получили, и тебе надо... Возможно. В нужный момент сбросить бомбу. Как, да. Как Star Wars Arcade, или как там было. Да. Так, ладно, сейчас посмотрим. Блять. Да, я еще жив был. Почему у меня предупреждающего звука не было? Я жму кнопку. Что это такое неотзывчивое? А, может, меня подбили, поэтому. Понятно, в чем дело. Что с этой игрой? Что с этим управлением парашным? Кто такое управление придумал? Какой идиот, блин. Да. Реально, люди вообще не понимали, как должно быть работать управление в виде игр. А, видимо, еще время такое, что типа было, о, нормально, когда говорили, не о, нормальная игра, о, игра. О.
Я что сделал? Что случилось? Короче, я не знаю, куда играть с таким боссовым управлением сейчас. Ой, говно какое-то на стриме. Так, Tools, контроллер, конфиг. Внизу. У тебя получается на... Сейчас я себе сделаю экспадера, потому что это невыносимо. Нужно хоть как-то, блин, управлять этим дерьмом нормально. Понимаете, то есть есть зачатки геймплея, а управления нормального нет. Что это за фигня? Да. Значит, 8 2. Почему так, собственно говоря? 7 3. Что-то я не понял. Блин, не, знаете, я думаю, что это... Что? Что вообще произошло? Почему я так быстро сдох? Не, непонятно. Вот я жму влево, управление лагает, еще там. Я держал кнопку, а он не летел никуда. Сложновато рассчитывать выстрел, когда управление работает с задержкой 2 секунды. А что с таймером произошло? Посмотрел, то есть, когда я сбиваю эту 3. Он сбрасывается? Я жал кнопку, он увеличивается. Но так как враги успели выстрелить, то ничего не произошло. Очень, очень хорошее управление. Все через год вышло. Отличная аркадная игра по Звездным войнам. Здесь все очень криво. Очень криво. Просто настолько криво, насколько может быть. Вроде зачатки геймплея есть, а больше ничего нет. Таймер не вылетит сейчас. Ну когда ты именно красного, то хрень на тень сбиваешь, то ну, вроде так. Вот я сейчас там сбил. Увеличивается. Фиг знает, да. Может она вообще как бы без идеи на это говно начинает бесконечно. Выживание. Ну, понятно. Все тормозное. Просто, блин, он начинает быстрее шататься. Попробуй загуглить на ютубе профу. Star Strike раздельно. Вообще. Именно Star Strike. Walk through. Так, 3D Star Strike ZX Spectrum мне не нужен. Так. 3D Star Strike ZX Spectrum это просто Star Wars. Довольно хороший ZX Spectrum. Ну понятно, мне просто сейчас не нужен. Ой, так. Ну
Так, лагающий кусок хрени. Не знаю, проху не найти. Сейчас. Так, пидивики. Пидивики, говорит, когда жалоб состыкуется с землей, то лучше ее уничтожить, типа. Такс. Надо дожить, короче, да. Такс, значит. Надо уничтожить оружие, значит. Для этого игрок должен разбомбить 5 красных. Блин, этих понятно, вот. Понятно, все понятно, все понятно. Силовых. Понятно. Лети! Лагающая срань. Понятно. Справа вверху это тупо счет. Мне последний осталось разбомбить. Блин, ну ладно, сейчас мы тогда пройдем. Управление тормозное. Чего-чего? На более высоких уровнях сложности? Каждая сила. Не знаю, чё. Должно быть уничтожено на первый проход. На первый проход. Мне дадут вообще уничтожить последнюю штуку? Или нет? Где продолжение? Ой, этот кривой. Уровень сложности, я так понимаю, там, я не знаю, были ли рычаги на консоли, но это самое. Ну, что-то типа этого точно так же делается. Ну, короче, ничего не работает, никакая кнопка. Все кнопки. Ну, все типа. Потрясающая платформа. Хер найдешь управление. Ну все так все. Сейчас еще посмотрю кое-что. Tools, controller config, home delete page down.
Короче, как-то так. Ладно, Star Strike. Ничего не жалось, потрясающе. Хер с ним сойдет. Дальше следующего, следующее это. Хер надоело. Трипл экшен. А, игра на двоих, блин. Идиотская херня. Три игры на двоих, короче. Первая. Танки. Гоночные машины. Бипланы. Управление омерзительно. Я сам себя убил. Это чё, Клон Комбат, что ли? Сатари. Какой-то он посодержательнее. Пульки отскакивают. Ну тогда тут можно рассчитывать. Не то что совсем соревновательно, но есть куда есть куда думать. 81 год, заметим, да. Второе говно, которое есть, это вот это. Блять, ну давай ты. Здесь я вообще не смог найти управление. А, привет, Бергейм. Хотя, нет, не привет. Что-то мне не очень нравится, как эти машины едут навстречу. Второй игрок тоже должен очков больше набрать. Не знаю, мне кажется, первый в этом плане поинтереснее будет. Наверняка. На самом деле. Ну, там есть конец, мне интересно. А потом сказать своему сыну: смотри, маленький ушлепок! Вот во что играл твой батя! Да. Управление, как правильно, вернущие планы. Я так не понял, как нормально все настроить.
маленьких шлепах на этом же месте посылает своего папашу в жопу, как минимум. Отлично. А зачем тогда тут 4 цифры вскоре? Можете мне объяснить? Ну-ка, а в танках? До какой степени? Как тобой управлять? Как тобой управлять? Ты кусок идиота! Блять, почему у этих всех платформ отвратительное управление? Ладно, занятие самоуничтожение. Не зря это до скольки игра идет. Просто надо нахождение кнопок займет бесконечность. Нет, не до 10, до скольки. Может, так будет быстрее? Нет, не будет. Интересно, знать, до скольки идет счет. Может, до 15? Мне прекрасные звуки, да, вы это слышите, да? У меня эмоции такой, сейчас летит такая пуля, такой мозг. Чё, большое пиу? О, до 15, отлично. Потом почитаю чат, вы там пока пишите, что думаете. Но... еще одна херня, в которой я не понял, что с управлением вообще происходит. Что? Я тут как-то могу стрелять. Ну, я не могу понять, как. Вот так. Это невозможно понять, как стрелять, как, что делать. Ну и вот и что, и что. Блять, я все кнопки нажал. У меня что, один выстрел есть на жизнь? Я все кнопки нажал, почему ты не стреляешь? Серьезно, я не знаю другой системы с настолько же уебищным управлением, как это. Тут просто невозможно понять, что от тебя хотят. Я нажимаю на все те же кнопки, на которые жал до этого. Почему самолет не стреляет больше? Я не могу найти выстрел. Я не могу найти выстрел, потому что его нету. Система с омерзительным управлением. Здесь просто мозг от нее.
Не. Да какой клон комбата? Там же нихера не было. Там, во-первых, все было еще медленнее, во-вторых, тут три игры в одной, а не одна. И я не помню, что там ландшафт такой был. На Atari в комнате есть такой же разрешение с рикошетами, окей. Да, Гир, да, Гир. Ладно, подумаем еще над этой игрой. Ну так, да. На самом деле, да. Сейчас хочу еще раз в Star-Strike дойти, нажимать еще раз кнопки. Уж меня простите. Хочу полностью протестить, что там все, ничего не нажимается. А, я картинку забыл дать, да? Да. Да, Гер. Ну, если что, на Спектруме были игры, просто Спектрум в мире, как всегда. Спектрум — это самая нормальная платформа из всех этих. И как всегда, он был наименее популярен, чем все это дерьмище. Он был популярен в Европе, но в Индостане он популярен не был. В Индостане был популярен Commodore, который вообще является самой худшей платформой. И у него это звание не отнимет никто. А вообще вот никто реально Ну, за исключением отдельных фанатов. Не, ладно, Амига может отобрать у него это звание, но не отнимет. Не-не-не-не-не-не-не. Там я хотя бы Леммингов уже закотировал, пусть на 5 из 10. А на Коммодоре несколько игр, еще все из жалости. 5-5, по-моему, последняя цифра. Но больше уже точно не будет. Больше уже точно не будет. Просто, блин, комбат это... Одна чертова игра, как такая уныльненькая. Все-таки три игры, включая комбат. Надо пятую сейчас сбить. Три игры или одна все-таки есть разница, согласитесь. Я считаю... Ну, блядь! Блядь! Что я поторопился-то, а? Все, теперь ждать 100 лет, пока эта победа по кругу прокрутится. Херня. Если честно, я не думаю, что вы бы долго играли в эти игры, тем более, что в них даже в управлении не разобраться. Поэтому у меня небольшое желание трипл экшен котировать. Ну серьезно, какие-то тупые гонки, которые... Битва в танках какая-то корявая. Никакой соревновательности там не будет. Абсолютно точно. Плюс всякие понки я не котирую, потому что, ну блин, понк это примитивно все. Не. Там управление говёное обычно. В Арканоне, кстати, оригинальном, который брейкаут, это вообще не кривейшее дерьмо. Как будто школьник на коленке запиливал. Концовочку. Я пробую все кнопки тут, намлок. Ничего не работает. Какие высокие уровни сложности? Ничего не работает, ни одна кнопка. Все.
Больно хотелось эти высокие уровни. Да, наверное, каким-нибудь говном надо их было включать, непонятно. На Atari DVD-шки, кстати, были. Эй, так ладно, погодите, может что-то и работает. Нет, не работает. Нет, ничего не пашет, ничего вообще. Что за хрень? Ладно, Triple Action нахер идет. Никто бы не играл это число. Раз, два, поиграли бы. Бомб Сквад. Я ее смотрел, по-моему, ничего интересного. Сейчас, может, запущу еще раз. Я это название видел на каких-то других платформах. Так, последнее дерьмо, которое я хочу посмотреть на этой платформе, Tropical Trouble. О да, это знатное дерьмо. Такс. Так, управление, понятно. Пока мы найдем управление, пройдет 10 тысяч лет. Ебаная змея от меня хочет. Смотрите, какой у нас Tropical Trouble. Скролл-шутер. Это же скролл-шутер. Вот на 82 года. Мать честная. Чувак, в какой ад ты попал? Ездил в отпуск, называется. Какой лошара, у него его женщина постоянно вытаскивает. Да, на самом деле это просто баба шлюха. Чувак лох. Она сейчас пипину сосет, да? Ну да. Сравни героя и вот этого. Похитители. Ниндзя. Хотя бы. Ниндзя. Tropical Trouble. Кривое говно, в которое играл я. Какое? Чё за срань? Чё за срань сейчас была? Почему ты так резко вырос сложить в уровне? Бля. Вы ж понимаете? Атлантические приключения. Заново. Все, игра пройдена. Ну ладно, ну... В этом нет сомнений, это котировать надо, потому что... Не, ну знаешь, на самом деле, так-то есть, тут игра выглядит законченной, да. Как ни странно.
Это выглядит нормально, не свой 82-й год. Это атлантический. Я играл в кривое говно, атлантические приключения, где тоже на острове и вулкан, я ни хрена не помню, честно. А, ёпта, я помню, это где еще. Да-да-да-да-да. Это где еще этот самый. Это на Нессе, по-моему, там. Там еще Никитос над виноградным днем прикалывался. Да-да-да. Вспомнил. Сейчас посмотрим, что Bomb Squad. Только я не помню, по какому поводу я в нее, именно в нее играл. Я тоже смотрю. То ли это были... То ли это были взаимные реквесты, то ли еще что-то там. Там мы упарывались на всякую тему. По какой-то там дате. Я не понял, наверное, что свои труселя кидают, что ли? Берет нюх, если набирается сразу. Шлюха, что с нее взять? Ой, бесстыдинг. Нет, не бесстыдинг. Настасья, началось. До снеса были бесценными, но в таком количестве на снесе все уже. На снесе. О, бэдэндинг. Бэдэндинг, в смысле геймовер? Ну, короче, вот. Ха. Понятно. Ну ладно, вздыхаем, короче, тогда. Убейте. Да, я вспомнил. Короче, как, когда-то, по-моему, годика два, может, все-таки полтора назад. Что-то мы там на Нессе играли одно с другим. И я тогда играл, там вулкан был. Ничего не работало толком. Никитос там прикалывался за виноградный день. Так, ребятки. Вот. Как-то так. Bomb Squad, говорите. Все, короче, закончились тесты. Bomb Squad. Сейчас. Ну такое-то говно. Это типа, потому что. Да это потому что типа они не рады вспомнили. А оно там типа говорить умеет. Это ничего не показатель. Умели говорить другие игры на исторических платформах. Так. Ща, найду только его. Нёрд. Товарищ. А, блин, надо сейчас будет перебрать эти дебильные, еще более дебильные платформы. Всякие Вектор, Ксеркадия 2001. Там, к счастью, игр-то нет практически. Но, блин, то, что есть, надо перебрать. Так. А, у меня оно даже распаковано. Прекрасно. B-17 Bomber. Есть же такой фильм Трусанюх. Какой ужас. Чего только не... Трусанюх? Трусанюх. Ну что, давайте посмотрим на этот Bomb Squad. Mattel Electronics presents. Ну да, говорить умеет, действительно. Все, это, видимо, единственное, для этого... что оно умеет. Для этого отдельный был аксессуар. Он там разминируй бомбочку, больше ничего. Как это сделать? Понятно.
Что я должен сделать? Я должен какую-то херню сделать. Вот что за дерьмо? Что за кусок параши? Что я должен в этом дерьме делать? Какую-то хуету. Гир заныл. Что я нажал? Игр нормальный хочет. Апчхуй, блядь, не успел. Да какой опять, блядь? Хватит! Тупая игра! Реально худшее управление из всех существующих. Ну, короче, какой-то ебанутый пазл, который надо знать, как решать. Можете в Робот Одиссея играть на Apple 2 и ничего не... Буду. Fix this first. Ну что мне с тобой делать, кусок ты дерьма? Короче, какой-то говнище. Я тыкаю все кнопки, ничего не происходит. Вообще ничего не происходит. Понимаете? Ну, Вектор все не на что смотреть будет. Так, ладно, из уважения к тому, кто не достоин уважения, я посмотрю на Ютубе, как в это дерьмо
про Санюх. Гифка. Ой, так. О, о боги. Я не буду открывать эту картинку. Трусанюх. Ну что, смотрим на ютубе бомб, склад. Жду пока ютуб. Television. Walkthrough. Бомб, склад, прохождение. Регби, профи, сложность легкая. Что это за херня? Ну чё, шах и мат, World of Warplays? Вы даже это не могли сделать. Нет, там другая игра. Какая-то. Вот так. Like everyone else, you get a game plug in and just play it, hoping to pick up as you go. The terrorist Boris has placed a bomb in the city. Это не игры. Так, смотрим это. Там 20-минутный гайд. Я не хочу смотреть 20-минутный гайд. Число. Походу придется. Пока они там разбровывали эту штуку, видать. Что за говно? Что за блядство? А? Вы что, серьезно? Дрель? Вы что, серьезно? Дрель. Я не понял, что, по мне одну тыка что ли подбирать? Наверно. Ладно, хер с ним. Не сегодня это будет, я устал уже на сегодня. Запишу этот дурацкий бомб-сквад и посмотрю. Этот дурацкий гайд 25-минутный. Понятно зачем. Вдруг там что-то интересное кажется. Все, ладно. Хватит на сегодня. Этого трэша. Ой, блин, как я запарился-то со всем этим говном. Число, ребят. Еще завтра ультиму первого проходить под руководством маяка. Все, пока, пока всем. Спасибо, что смотрели.